трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штраф для пешеходов за нарушение ПДД может быть увеличен до 1000 рублей. Соответствующую поправку Госдума рассмотрит осенью этого года. По мнению авторов инициативы, существующий размер взыскания для пеших граждан 500 рублей непропорционален сумме, которую платят водители за непропуск пешехода – 1500. Кстати, она, возможно, скоро тоже вырастет до 2500 рублей. Трасса 101. В России отзываются все автомобили УАЗ «Патриот», а также пикапы и карго, выпущенные с начала 2014 года по май 2017. Всего около 70 тысяч экземпляров. Как говорится в сообщении Ульяновского автозавода, у машин может неправильно работать тормозная система из-за некорректной установки некоторых ее элементов и вспомогательного электрооборудования. Данные узлы необходимо продиагностировать, а подозрительные детали заменить. Работы бесплатные. Трасса 101. По итогам июня, впервые в нынешнем году, «Лада Гранта» стала самым приобретаемым новым легковым автомобилем в нашей стране. С первой строчки она сместила «Киа Рио». На третьем месте остался «Хёндэ Солярис». Также в первой пятерке присутствуют «Лада Веста» и «Хёндэ Крета». В целом, в первом полугодии 2017-го по сравнению с первыми шестью месяцами 2016-го спрос на новые легковушки вырос на 7%. Трасса 101. Ученые из Москвы объявили о создании уникального асфальтового покрытия, обладающего способностью к своеобразному самолечению. В случае образования трещин и других дефектов на таком полотне достаточно будет подогнать высокочастотный излучатель, который растопит асфальт изнутри и полость исчезнет. Специалисты уверяют, что в результате сроки ремонтных работ существенно сократятся, как и затраты на их проведение. Власти Франции объявили о том, что к 2040 году в стране будет введен запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Также правительство намеревается уже в скором времени сделать невыгодную эксплуатацию машин с дизельным мотором, выпущенных ранее 1997 года, а также бензиновых авто с годом выпуска до 2001. Отмечу, что подобные планы есть и у других европейских государств. Например, Германия собирается объявить традиционные автомобили вне закона к 2030 году. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.